Халяль – это не только восточные сладости, но и высокие технологии. Более 200 производителей товаров и услуг представили свою продукцию на Всемирной международной выставке. Среди них немало и самарских производств. Представители предприятий общаются здесь с потенциальными партнерами и инвесторами, а гости праздника могут приобрести блюда национальной кухни мусульманских народов, а также товаров и услуг «Халяль». Индустрия «Халяль» в нашем регионе развивается очень активно. Большое количество производителей сегодня соблюдает самые строгие принципы «Халяль». Наш регион – это переплетение различных культур, различных религий, и мы это очень ценим. Именно поэтому мы с такой радостью, с таким удовольствием и гостеприимством встречаем многочисленных гостей нашего форума, гостей из 16 стран мира. Всемирный Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль проходят в России впервые. Это крупнейшее ежегодное событие в мире исламского бизнеса. Ранее он проходил в Великобритании, Индии, Южной Корее, Хорватии и Сингапуре. Здесь собрались бизнесмены, финансисты, руководители крупных торговых сетей из государств Персидского залива, Евросоюза, Юго-Восточной Азии и Африки. Для российских игроков розничного рынка «Халяль» форум может стать трамплином для вывода собственного бизнеса на новую высоту. Надеюсь, что большая часть самарской продукции выйдет на глобальный уровень. И надеюсь, что это создаст дополнительные рабочие места в регионе. В последующие годы в Самару будет приезжать большое количество туристов. И это замечательно для развития мировой индустрии рынка халяля. Every year our life is formed of a chain of events. Who are we? Creators or witnesses? Do we make our or admit anyone's decisions? Each of us brings their unique value to this world – knowledge, ideas. На 28-метровом экране в отеле «Лотте» гостям саммита представили достижения Самарской области в индустрии «Халяль». A new generation of Russian cars are getting started in Samara region. Innovations are being introduced to agriculture in Samara region as well. As a result, well-deserved harvests and stable growth of cattle numbers. There are modern medical clinics, nuclear medicine centers and perinatal centers in the region. Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль посвящены как глобальным экономическим проблемам, так и специализированным вопросам. Ключевые темы деловой программы – экспорт и торговля, инвестиции и предпринимательство, исламские финансы и индустрия халяль. Форум организован по инициативе Международной ассоциации исламского бизнеса при поддержке правительства Самарской области. Я думаю, это важно для всей России, поскольку мы с вами понимаем, что макрорегион азиатский, он сегодня является самым быстро развивающимся. И, конечно же, возможность международной кооперации со странами этого региона крайне важны для Российской Федерации, тем более для Самарской области. Мы, благодаря Всемирному дню халяль, конечно же, имеем возможность еще раз заявить о Самарской области как территории, создающей условия для развития бизнеса. Во время трехдневного форума участники смогут наладить и укрепить торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные связи. Елена Малютина, Дмитрий Мешканцов. События.